Всем добрый день, дорогие подписчики. Ну что, аппарат починили, новую загрузку выгрузили. Такой вот даже покемоша у нас есть, зайка, солнышко из новиночек, да? Очень актуальных игрушек, хайп, так сказать, и дракоша. Ну что делать? Попробуем дракошу. Он так лежит, его видно пробовали. Зайка тоже неплохой. Бык сложный. Вот, дракоша. И теперь вот эта вот коробка уже другая, еще большего размера. Тут то ли достали, то ли спрятали. Но клешня вроде бы цела. Это радует на самом деле. Посмотрим. Вчера аппарат целый день был в простое. Представляете, ребят? О, смотрите, это же беззубик. Целый день был аппарат в простое. Соответственно, ну, хозяин потерял в деньгах, да? И что он придумает на самом деле на этот раз? Можно, конечно, было бы зайку попробовать. Ну, у Лунки. Но все-таки беззубик как-то поприятнее смотрится, он больше. Ну и он довольно милый, ребят. На самом деле, я тут вытащила осла и поняла, что я его забыла вам показать. Кстати, хват был сейчас вообще такой бомбовский. Возможно, я его пропустила. Может быть, это был как раз-таки железный хват. Ну, в общем, осла я покажу вам в этот раз, в этом видео. А вот насчет хвата, прям так он мощно захватил. Ну, точнее, не захватил, но мощно раскрылся. Посмотрим, может быть, это все потому, что клешню чинили, и так кажется, как будто бы такой сильный хват, а на самом деле это все... Так, пробуем, посмотрим. Так. А, ну, в принципе, он всегда так делает. Это мне показалось, что хват был сильный, но нет. Он так просто, это видно, клешню чинил свою и сделал такую иллюзию. Ну, попробуем. Покемон хороший, ну, птичка. Но беззубик, он такой самый большой здесь. Вот. Я за голову, честно говоря, не очень хочу пробовать. Потому что думаю, что... А вдруг он это, бросит его куда-нибудь в нехорошее место, понимаете, ребят? А, в нехорошее место. Видите, как раскрывается? Нет, это все иллюзия, чтобы ухватывать. Главное, чтобы его охватывать и чтобы клешня не сломалась, потому что вчера она сломалась. Вот. Будем пробовать, ребятушки мои. Когда игрушек будет побольше, можем разыграть с вами игрушечки на 3-4 места призовых. Так, ребята, ну главное, чтобы он охватывал, понимаете, но он не до конца его охватывает, к слову сказать. Вот, но мне очень приятно, что вы смотрите, да, смотрите видео. Даже те видео, где мне приходится долго мучиться, чтобы достать игрушку. Ну, я считаю, что видео вообще должно заканчиваться выдачей игрушки. А то как-то обидно, так смотришь, да, и облом. Но у меня уже мало памяти, так как я не загружала, я снимала видео, его не загружала. Все хочу загрузить. Просто там как раз-таки такие видео грустные. Вот, не такие веселые, как это. Ну, хотя, что пока что веселится, да, он его охватывает, ребят. Но он же его пока не тянет, а вот и Стич, видите. Ну, пока есть беззубик, конечно, Стича пробовать. А, смотрите, вообще надо игрушки пробовать так, чтобы они под лапками проходили. Это, да, вот эти щупы, это, под лапками, где шейка, чтобы он... Его мог захватывать, понимаете? Зайка очень милый, очень хороший зайчка. Такой, видите, сейчас будет клешня опускаться. Мы его так. Ну, видите, да?
бросает, бросает. Ну, представьте, целый день у хозяина не работал аппарат, ребят, ну, целый день. Честно говоря, даже не удивительно, что сегодня починил. Но, видно, заметил простой, потому что у него здесь оплата картой. Вот, видите, оплата картой. И, соответственно, минимум 5 попыток можно купить. Вот. Ну, тут, видите, видно, заметил, что никто не играет. И забил тревогу. Приехал, а здесь вот такой облом его ждал. Так. Так, 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 смотрим. Нет, бросил. Попробуем снова. Лизубик, лизубик. Солнце и луна. Такие вот пух. У меня есть уже этот пух. Так. Здесь сбоку нельзя, видите, проверить, так как там рядом стоит аппарат. Соответственно, не проверишь. И время здесь покороче, чем во вчерашнем аппарате другом. Так, вообще что-то мне не охватил. Ладно. Может, я рано нажала. Может, не стоило вообще нажимать, подождать. Тогда, может быть, вялая клешня была бы совсем. Совсем вялая. Вот на 20-й попробуем. Так, вот на 20-й попробуем. Протяжки нет. Видите? Протяжки нет. Протяжечки не было у нас. Так, ладно. Ну, на что ж его попробовать? За голову не очень. Так. За спинку опять попробовать. Спинку вроде бы он как-то охватывает, его спиночку. А вот, попробуем. Спиночку. Сейчас будет опускаться сюда. Посмотрим. И оп. Вот так вот. Вот так вот, да, все произошло. Ладно, ладно, поехали дальше. Приклеил, что ли? Что он сделал с этой клешней? Честно говоря, я не знала, что так могут ломаться клешни. Она вроде такая целиковая. Что с ней произошло вчера? Как? А, у нее верх. Понятно, верх, видимо, это немножко сошел. Так, вверх сошел, и все, и она потерялась. Так, она потерялась. Потерялась, потерялась. Он его охватить не может, а протяжки нет. Потому что он на одном месте его хватает, его катает, так сказать. Попробую на 20-м. 20 секунд в этот раз. 20-е. Попробуем. И вот так, вот так, вот так, вот так. Опять на то же место. Видите, ребят? Опять на то же место. Так. Еще попробуем. Эх. Ну, он самый тяжелый. Солнце и луна, наверное, были легче доставалось, чем без зубик. Поночка есть даже. Поночка есть. Так, так, так. Вот так. Без зубик. Там сали есть. Сали я уже пробовала, сали я уже доставала. Да, сали у нас уже был, ребята. Так. Как же лучше этого без зубика попробовать? Ой, зачем ты его посадил, аппаратик? Он и так-то не охватывался. Так, смотрим. Что тут? Голова, голова. Так, ну, честно говоря, на сколько же попыток он его подрядил, ребят? На сколько же попыток он его подрядил? Ай, ребятушки мои, как нам это понять? Так. Они не настоящие, только выпуклый рисунок, а все, там нет мячика.
Так, смотрим. Ну, опускаем, 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 опускаем. Ну что ты так не взялся, друг? Эх. Ну, большой, большой, да. Ну, этот раз для головы настроился. Этот раз настроился для головы. Иногда для спинки настраивается, иногда для головы. Этот раз для головы выстроился. Головой брать. Ну, попробуем головой. За голову. Так. Попробуем. И раз. И два. Посадил опять. О, что ж такое? Зачем же ты его садишь? Ну, на 25-й, значит, попробуем. Не, на 20-й, на 20-й. 20-й. Опа! Опа! Нет. Так, ладно. Пробуем снова. Так, 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 так. Пробуем. Вчера видео больше 2 часов снимала, но сейчас уже и памяти такой нету. И ничего не вытащила. Ну, такая вот была неудача. Неудача. Здесь хотя бы пол не отсвечивает. Потому что он такой здесь более или менее. Вот такая вот задача. Вытащить без зубика. Из аппаратика. Мы хотим без зубика. Из аппаратика. Попробуем. За шеечку попробуем. Там хвостик, правда, но вот как-то так. Как-то так. Как-то так, так, так. Так. Вот так нажали, зажали, держим. Не дает, ребята. Не дает нам без зубика. Сколько ж ему нужно наесться, чтобы дать? Так, сколько ж ему нужно на самом деле попыток? Он сейчас в эту попал. Хоть бы он опять не сломался, как вчера. Из-за этой коробки он часто ломается. Зря хозяин думает, что она помогает. Но она, может, помогает, мешает, но... Все-таки. Так, хоть бы он опять в коробку-то не уперся. Да голову все равно. Вот он настроился прямо на голову. Я уже боюсь, чтобы он в коробку не попал. Так, ладно. Попробуем еще, ребята. Так, попробуем снова его. На 20-й пробуем. Зажимаем. Так, не дает. Посадил его опять. Так. А маленьких игрушек-то и нету. Пробуем. Вот так, за голову. Брос. Можно было, конечно, зайца попробовать, чтобы он его докинул. Но, с другой стороны, а вдруг хват будет. И тогда уже, конечно, это опасно. Это опасно. Вот, за что пробовать уже, не знаю. Лежит, конечно, он. Не айс, не айс, не айс. Ну, за голову, наверное, будет брать. А вот так, да? Вот так. И вот так же и бросил, собственно, его. Вот так же он его и бросил. Кстати говоря, 300 рублей уже были. Поэтому, как тут сказать, когда хват там будет, собственно говоря. И вряд ли тут много играли, на самом деле. Потому что, вы знаете, о, смотрите, вот это 300 рублей.
Опа-я. Ну, я же сказала, что где-то вот 300 рублей были. И точно, были почти 300 рублей. Так, и будем пробовать зайца. Будем пробовать зайца, маленького зайца. Эх, он не хочет, но он такой классный, ребята. Ну, вы поняли, да, за сколько он ему выдаст? Вы поняли, да, за 300. Ай-яй-яй, как жалко, и маленьких нету, и маленьких нет. Ребята, ребята, ну выдай. Нет, он нам не отдаст зайку. Он нам его не отдаст, ребят. Ему нужно 300 рублей, чтобы его взять. Чайка какая, а? Печалька, зайка! Попробовать еще дохвата. Ой, а вдруг не 300, ребята? Вдруг не 300? А, ребят, вдруг больше? Ну, не знаю, ребят, конечно. Очень рискованно. Тут и Том, и Джерри есть. И уточка. Ну, помню, как Салливана я тащила. Ух, как это было непросто. Ну, давайте попробуем зайку. Сколько есть? А, сейчас, подожди, я еще поиграю. Я зарядила, и ты тоже сыграешь. Так, сейчас мы 5 попыточек сыграем. И ты сможешь поиграть тоже. Так, с кого будешь пробовать? Кого хочешь попробовать? Так. Сейчас я уже на 20 секунде не успела. Говорят, на 20 надо. Ну, я вот что-то, знаешь, на 20 не нажала. А теперь вот. Так, сейчас я попробую лично зайца. Знаете, попробую успеть на 20 секунде его забрать и держать. Так, просто он зайца неплохо охватывает, я тебе скажу. Так, смотрим. Сейчас, 20. Так, вот так. Но бросает, то есть он его подтягивает и бросает. До конца он не доходит, сразу тебе скажу. Так, сейчас еще тут пару попыток. Ага, заяц. Так, бросает. И сейчас последнюю сыграем. И сейчас 20-й. Так, ну что, пойдешь играть? Я поснимаю только вот этот вот экран, не тебя экран. А, я вот. Ага, хорошо. Можешь мне подержать твой хлебушек? Давай сюда я подержу, а то как-то мне жалко, что он... Спасибо. Да, ну аппарат жадный, честно скажу. А, вот это тебе нравится, да? А, ты кого хочешь? Ты, главное, подожди, пока остановится клешня. Потому что она, когда качается, может это не туда пойти. Ты Пуха хочешь? Да. Винни-Пуха? Понятно. Жми и держи. Вот нажимай. Раз. А потом, ну, может, время закончится, да. Он опустится сам. Теперь зажимай и держи. А, ты кнопку не держишь, да. Ну, видишь, он очень большой у тебя, Винни-Пух-то был. Так, а мы попробуем зайца. Мы посчитаем, сколько попыток нужно. 300, не 300, там... Высчитаем сейчас, за сколько он отдаст зайца. На самом деле. Так. Время, сейчас мы... Записи на самом деле на 8 минут, поэтому придется ее как-то
шивать. Либо он выдаст зайца раньше, чем пройдет, скажем, те 8 минут, в чем я сомневаюсь, но я буду делать на 20 секунде, чтобы была надежда. Но теперь уже не хочется просто давать игрушку кому-то, потому что уже же на него играли. Уже же здесь не ноль, как бы, да, после... Не ноль попыток после того, как был хват. Не ноль. Поэтому, раз не ноль, надо играть. И играть быстро, чтобы хватало времени для записи. Нужно играть. Нажимать и хватать. Даже в эту попал и все равно взял. Еще раз. Да, 8 минут. 8 минут для того, чтобы выловить зайца. Для того, чтобы дождаться хвата. Дождаться хвата, ребята. Просто дождитесь хвата. Так. Ну, заяц маленький, он его охватывает неплохо, так сказать. Это радует, ребята, это просто радует, что он так обхватывается хорошо. Так. На 20-й. Ай-яй-яй. Заяц. Эх, он его посадил, ребят. Он его посадил. Ну, ничего, мы и себе его попробуем тоже. Хотя там Стич уже такой классный получился. Стич такой там уже откопался. Да и заяц неплохой на самом деле. Что, плохой что ли заяц? Отличный заяц. Отличный заяц. Сали, повторяю, у меня уже есть. А вот такого зайца у меня нет. Еще, правда, тоже нет. Ну, заяц, где ты был? Почему он перестал его захватывать? Странный какой. Опять, что ли, клешня там барахлит? А ведь этот заяц был почти у Луночки. Почти в Луночке, считай, он был. Что-то перестал прям его брать. Угу. Прямо перестал зайку брать. Зайку бросила хозяйка. Под дождем остался зайка. А наш под дождем не остался, ребята. Наш попался, ребята, на последней попыточке. И слушаем музыку от вот этого аппарата. Скучи денег, ребята. Скучи денег. Ох ты, часами акулы большой. Вот такой. Вот такой вот. Аппарат будет 1000 лайков. И мы сыграем в него. А теперь давайте посмотрим, кто у нас там в дырочке. Ну-ка, кто там сидит? О, ребята, он такой тяжелый. Ребята, я не могу его достать. О, ребята, кто это? Почему ты такой большой? Это беззубик, ребята. Но это еще не все. Тук-тук. Кто там? Ай, ты, кто сидит? Ай-я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 й. Кто это, ребята? Кто это? Зайка. Зайка это. Так, мы пошли фоткаться? Не переключайтесь. Мы едем в далекие края, хорошие соседи и лучшие друзья. Беззубик, зайка
и ослик с прошлого видео. Ребята, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. И всем пока-пока! До новых игр!